просят новый режим. Вы как на это смотрите? Линию Пронто? Да. На один раз? Как раз на один раз зайдем, потом и... Потом Димону. Аллею? Помогу аллею, как смогу. Вы куда хотите, вставайте, аллею, я буду светить. Блин, центр, сейчас взвод из суперконей и сов седьмых на центр приедет, и что мы с ними сделаем? Нет, мы, конечно, с ними что-нибудь сделаем, но и они с нами что-нибудь сделают. Ставить сейчас светляка на аллею очень рискованно. Лучше светляка гонять по центру, больше толку будет. Там с тобой поздоровались? А, ты уже так точно назвал? Нажал. Угу. ЧСВшник. Даже не можешь написать привет, это же сложно. Ребят, если хотите линию, давайте по лайкосику, кто хочет линию. Я хочу увидеть, сколько человек хочет линию фронта. Линию фронта. Бабаха одна направо перешла. А у кого-нибудь скачивает? А им ЛТшку не дали, прикинь, вот это писос. О, они без света, кстати. Прикольно. Да. Для линии фронта у кого-нибудь вкачано воодушевление? Воодушевление? У меня нет. Я только сбросил. Ну, хорошая, кстати, тема с воодушевлением. Вот во взводе я все мечтаю воодушевление попробовать, но я его после сброса еще не вкачивал ни разу. Оно активируется как артобстрел и прочая фигня? Или да. Просто нажимаешь, и вокруг тебя круг появляется. Не пассивный перк, там надо его активировать именно. И у тебя появляется круг, в котором на 10%, да, все быстрее работает. И сколько времени работает эта радость? Ну, зависит от как прокачан, но в целом работает долго. Что-то секунд 40, наверное. Плюс еще потом 15 секунд тебе дается остаточного. Это же 40 секунд. Так, я в рандоме пытался ездить с этой фигней, но толку мало. Вот во взводе было бы интересно попробовать. Пишут гриль на Е4. Ну что-то я тут никого не вижу, если честно, так-то. А мы прям едем и едем. Да, я не свечусь, я катаюсь по центру и не свечусь. Дима, они стоят в самом конце аллеи, а ну у них же света нет, естественно. Что за вообще глупости? Дальше я не могу ехать, опасно. Нет, может сейчас там супер лошади будут подниматься? Тут никого нет. Девчонки наши сегодня выпустили, смотри, какая красота. Подъезжайте ближе, здесь никого нет. Да, как ее? Со Звездных войн, как ее звали-то? Ну? Со Звездных войн? Принцессу эту. Лея. Чубака? Лея, Санта Чубака. Принцесса Чубака из Звездных войн. Звездных войн, то давай это... Дадим слово настоящему фанату Звездных. Все, войн. Все, принцесса Чубака. Принцесса Чубака, теперь я слышал все. А где все? Вы там когда будете до середины доедете, дайте знать, я вам светить буду. Меня очень напрягает эта тишина здесь. Да. Сейчас мы доедем до середины и в ангар такие, бульк. Середина и в ангар, да. Подъезжайте еще ближе, че, по вам дамажат? Я боюсь просто деревья ломать, потому что если артовод сюда посматривает. Я вам буду светить, вы просто не могли стрелять. Все, я вижу, что вы можете теперь стрелять, теперь вам будет свет. А, да, я хотел в сопку разрядиться, подожди. Ладно, не жди, я не попаду в него все равно. Итак, исполняет заслуженный светляк. А где? Дважды заслуженный светляк. Еще ближе подъезжайте, я здесь езжу, никого нету. Просто если я дальше пойду, вы стрелять не сможете. Носки, ну ли, нет? Не, я сейчас попробую в куст въехать. Что там с носками? Я свечусь? Я нет. Это с центра может быть. Я засветился. Лошадь, Е4 гриль, нормально. Так, Димасик. Отлично, ГВЕ-100. ГВЕ-100. Пусть по вам еще выстрелят, я тогда их засвечу. Ты нормальный? Пусть по вам еще выстрелят. Да. Я, кажется, не мог ромбовать. Вот он, гриль, вот они все обнаружены, да, пожалуйста. У меня 600 хп как раз. Начинайте урабатывать. Отлично. Непонятно, но что-то летит. Так, я отсветился. Нет, я не отсветился. Гриль на фугасах, это из приятного. Приятных новостей. Наметней. Гриль на фугасах.
Ой, наконец-то. Домашка потекла хоть какая-то. Да, такой струйкой, знаешь. Да нет, блин, меня чуть не разменяли сейчас. Было бы... Справа сотка и суперконь. Можно поработать. Нет, сотка нельзя работать. И суперконь работать тоже нельзя. Я могу работать просто. Я об этом. Димон, ты светить? Гриль в КД. Кто-то светит опять. Просто если я гриля засвечу, вы по нему работать все равно не сможете. Вот я к чему это все. Ну, не 800 хп там. Надо валить. Я стреляю, не свечусь. Вот правда. Ну, гниль вообще свалил отсюда, потому что я еду и не свечусь. Правильно сделал, я думал, здесь то, что... Я сам не понимаю, что за херня тут сейчас происходила. И Арташмара здесь тут же. О, супер конь по мне работает. Я свечусь. Нет, моей задачей было примагнитить к себе все пульки врага. В смысле не пробил гриля фугасом? Дим, башню направо поверни. Нет, я еще проеду немножко вперед. Там самое интересное сейчас. Ротовод. Да ё-моё. Тут где-то должен быть этот противник какой-нибудь. Какой-нибудь. Это дичь, Сеня, дичь. Тим, ну не уходи, ну хотя бы ты, ну не бросай меня. Так ты борт башни подставил. Фугасом, а, они все на ту сторону перевалились, и как их оттуда теперь выкуривать? Ну, сколько остался, вкусно. Выстраивайтесь на аллее. Да, ё-моё. Ну что такое за урон? 457. Отпустила, Димон? Да. По тебе не скажешь просто так сразу. Не угадаешь. Да вы хорош! Все как мы любим, с прожижкой. С прожижкой, все. С пюрешкой. Ой, у меня 8 хп, я такой молодец прям. Это нормально, у меня 64. Дерзкий и агрессивный, все как ты любишь, да, Димон? Да. Так, ну они сейчас вряд ли будут подниматься или будут? Новая серия отношений алкотанка гниль 15. Да, до этого было 150 урона, а сейчас вообще без урона. Короче, надо ехать. Я, короче, всех это... Светить, светить. Да, они не поднимают, потому что они в пермаче. В пермаче, перманентном засвете. Потому что, ну, я не знаю, кому что могло послышаться. Ты если бы не заострил внимание, никто бы не понял вообще. Я, может быть, специально это сделал. Ага. Нет, я уже не доеду туда, к сожалению. Ну окей. Нет, ну гриль на фугасах. Может, это как-то работает, Димон, что вот гриль стрелял фугасами, и ты его фугасом не пробил? Может, это как-то связано? Я не знаю, я не понимаю. Знаешь, такая песня есть? Да, надо же как-то с точки зрения дундукции все это рассмотреть, потому что нездоровая херня. Нет, ну... Куда-то, видимо, фугасом я попал вот тут в миллиметр брони. Все нормально. Итого, ребят, 10 тысяч. Слышь, тебе не нужен этот, не малиновка, хороший засвет? Ну, активный. Я... 10 тысяч. Нифига, клево-клево. Возьмешь меня в рубрику? Ну вот надо еще 1004. Буквально. У меня есть этот, как его, молодец. 27 бонов. Так, что, мы едем в фронт? Я в пушку ему попал. Все ясно. Надо было вот попасть вот в пушку, вот в эту вот. Так, я сейчас создаю взвод в линии фронта. Да, сейчас, подожди.